Победили рак и взяли высоту. Дети, которые еще недавно считались тяжелобольными пациентами, теперь возвращаются к нормальной жизни и радуются полету на параплане. Поднимают мальчишек к облакам профессионалы. Уже 7-й год в регионе акцию организует Новосибирский клуб парапланеристов «Вектор» и фонд «Защити жизнь». Полеты длятся 2 часа, но после инструктажа каждый из ребят проводит в небе на высоте примерно 600 метров не больше 10 минут. Полеты в тандеме с опытными парапланеристами помогают этим детям забыть о пережитом, об испытаниях, что пришлось пройти.